Здравствуйте, вы смотрите программу «Справочная Ростелеком. Мобильная связь». И мы начинаем с отличной новости для тех мобильных абонентов Ростелекома, баланс счета которых зачастую является положительным. Теперь они могут получить 10% скидку от абонентской платы. Стать участником программы, которая так и называется «Быть в плюсе», очень просто. Внимание на экран. Специальной программой «Будь в плюсе» могут воспользоваться мобильные абоненты компании «Ростелеком». В рамках данной программы абоненты могут снизить расходы на сотовую связь. Для этого достаточно в течение месяца быть в плюсе, то есть поддерживать баланс своего счета положительным. И уже в следующем календарном месяце мобильный пользователь получит 10% скидку от абонентской платы на своем тарифном плане. Для того, чтобы получить 10% скидку, абоненту необходимо зарегистрироваться в программе путем отправки смс-сообщения с латинской буквой «А» на номер 07-00-293, либо через USSD-запрос *101*293, решетка и клавиша вызова. В течение месяца поддерживать баланс своего лицевого счета положительным. При соблюдении этих условий в следующем календарном месяце абоненту будет предоставлена 10% скидка, которая будет действовать в течение месяца. Список тарифных планов, которые принимают участие в программе «Будь в плюсе», вы сейчас можете видеть на своих экранах. Подробную информацию можно получить во всех офисах компании, а также по телефону справочной службы 241-2041. Еще одно выгодное предложение, о котором невозможно молчать. Экономичный тарифный план «Пусть говорят». Специально создан для тех, кто активно общается по сотовому телефону. Теперь они могут воспользоваться универсальным пакетом услуг мобильной связи. Это не только выгодные звонки, но и смс-сообщения, а также безлимитный интернет. Подробности у специалиста. Мобильным абонентам компании «Ростелеком», которые активно пользуются услугами сотовой связи, предлагается воспользоваться экономичным тарифным планом «Пусть говорят», основным преимуществом которого является пакет услуг, таких как звонки, смс-сообщения и безлимитный интернет. В тарифном плане «Пусть говорят» в абонентскую плату в размере 300 рублей включены безлимитный интернет, ежемесячно с максимальной скоростью предоставляется 1800 мегабайт, помимо этого 600 минут исходящей связи на все местные направления, а также безлимитные внутрисетевые смс-сообщения и 900 смс-сообщений абонентов других мобильных операторов своего региона. Ежемесячно в 600 минут исходящей связи включены звонки как на мобильные направления любого местного оператора связи, так и на проводные стационарные телефоны не только Ростелеком, но и другой местной телефонии. Важно отметить, что когда заканчиваются 600 минут исходящей связи, которые включены в абонентскую плату, то внутри своей сети абоненты продолжают звонить бесплатно и без ограничений по времени. Подробную информацию о тарифном плане «Пусть говорят» вы можете получить по телефону 241-2041, а также во всех офисах компании «Ростелеком». Получить надежный и функциональный телефон всего за 499 рублей, а также легкий в запоминании федеральный номер. Это суть акции «Принять участие», в которой может любой желающий. Мобильный сегмент Ростелекома всем желающим предлагает принять участие в акции «Удачный телефон». Участвуя в этой акции, абоненты всего за 499 рублей получают функциональный и надежный мобильный телефон модели Alcatel OneTouch 1010X. Помимо сотового аппарата по выгодной цене, абонент также получает удобный и легкий в запоминании федеральный номер. Также в рамках акции абоненты, подключаясь на экономичный тариф «Наша сеть», получают возможность совершать безлимитные звонки внутри сети в течение 6 календарных месяцев. Принять участие в акции «Удачный телефон» могут абоненты Красноярского края, Алтайского края и Республики Хакасия. Срок действия акции с 9 августа по 31 декабря 2013 года. Подробную информацию об акции «Удачный телефон» можно узнать во всех офисах компании. В завершении напоминаю владельцам карт «Выгод копилка». Теперь вы можете увеличить свои накопления, просто пользуясь услугами связи. Акция «Копилка Плюс» позволит получить выгодный тарифный план от мобильного сегмента Ростелекома, а также 20% бонус ежемесячно в течение полугода, который можно будет израсходовать по программе «Выгод Копилка». На сегодня это все. Вы смотрели программу «Справочная Ростелеком. Мобильная связь». В следующем выпуске поговорим о новой бонусной программе интернет-магазина ИТК и о том, какие опции можно выбрать для безопасности детей и спокойствия родителей. Удачного вам общения!